Да, блядь. Усіх вітаю. Всім привіт. Ви на каналі Металайф. Тільки правдива та актуальна інформація під час війни з російським окупантом. Знову у нас передача з Жекою. Позивний «Ворот», перший стрілецький батальйон. Ви вже знаєте, що у них проходили навчання. Вже виходило відео, там, де вони тренувались з лазертагом. І у вас ще була медицина, так? Так, так. То зараз ми подивимося, там був закордонний медик, парамедик, який їм все показував, і дуже цікаве відео, бо там таке реалістично, що я коли спочатку дивився ці відео, подумав, що це все насправді проходить. То ще Жека трошки нам розповість, що це були за тренування, і ми подивимось це відео. Хотел рассказать про, ну, еще один интересный момент на мероприятии, ну, на нашей тренировке, который проходил. Также была медицина, и в этот раз, так скажем, благодаря харизме и, ну, обознанности медика, который нам, ну, доводил информацию, хоть информация, так скажем, ну, звучала не первый раз, но ее было за счет этого очень интересно слушать. И также были практические упражнения, в данном случае почти каждый себя попробовал в наложении турникета. Хоть и, ну, теория, она очень проста, на самом деле развернуть, сложить, затянуть, написать время, заклеить. Но по факту, когда это, ну, это не просто сделать в нормальной обстановке одному, это не просто сделать, а если это еще и боевые действия, то, так скажем, ну, сложности, ну, даже тяжело представить, с какими сложностями можно столкнуться, не говоря, ну, начиная от того, что у вас будет контузия, либо еще, не дай бог, какая-то сильное кровотечение. И отрабатывали конкретно наложение турникета и с конвульсиями пациента, так скажем. Было очень интересно. Ну, на видео, я думаю, вам понравится. Спокойно, он не так будет. Да, блядь! Спокойно, блядь! Если помощник есть. Если помощник есть, то вызву помощник. О, помощник. Говорим с пациентом. Все, тихо. Все, проверяем. Все. Тихо, все будет хорошо. И куда кровь? Тихо, ты мотня расстебнута. Налейте ёбнуть. Тампонируем. Хорошо, покури. Перед тем, что тампонируем, надо, да что? Проверить. Куда идёт кровь? Откуда идёт кровь? Мы проверили. Пальчиком раз проверили, а все у него, блядь, нижняя артерия, блядь. Перед тем, да. А еще даю лайфхак, блядь. Засовываю я когда-то палец в эту дырку, там кость. Шаня, все будет заебись, спокойно, блядь. Палец, блядь. Я вытаскиваю палец. И потекло, и уже я не понимаю, в кого начать. Ой-ой-ой-ой. Банда, где, блядь? Банда, где, блядь? Где банда? Где банда? У него в аптечке. Не в аптечке. Ты упустил сейчас тампонацию. Да. Надо его держать. Держу 5-7 минут. Тебе не надо видеть. Тебе надо нужить. Держи тампонацию. Вот. Да, подушка, блядь. Хорошо. Говорят, там нельзя. А тут три банаты. Собака, блядь. Инвалид, блядь. Ну тогда иди. Короче, используешь свою, начинаешь тащить, вас ебашит, блядь, турникет надо прикрыть. С него снимать? С него снимать? Да, ему ничего. Много благодарен. Инструктор вам дает базу и азы, мужики. Но в жизни может быть такие ситуации, которые в книжке не прописываются. Никогда не был фаер. Надо просто приспосабливаться. Нет, все, берешь ремень, сохранил жизнь. Молодой. Следующий. Значит, турникет у нас не есть. У нас есть пленка. Начнем с турникета. Действие. Начнем с турникета.
Только, ребята, ну, блядь, все... Паре, блядь! Не, все. Да не, он, блядь, с пробитым легком особо не паре. В эти моменты, блядь, как проверить карманы, постоянно забивать или ничего не говорить. Я понимаю, что это элементарно, но, блядь, надо сказать. Проверяют анкеты на наличие, блядь, предметов. Да ищи, там один вороток можно сделать. Там можно сделать. Хай, все. Пускай будет. Можно болеть, бля. Тебе там сильнее будет болеть. Выруби ее, чтобы не лез до турникет. Теперь что? Ну надо проверить, надо проверить эту турникет. Так, у нас тут сквозная. Да, ну сквозная. Ну как ты это обнаружил? Там дыра, да? Да, дыра. Вылети нельзя. Ну, вытираешь. Как ее правильно лепить? Я сухую. Никто не знает, как правильно лепить липучку, что ли? Нажимаем, чтобы воздух вышел. Да, нажимаем, чтобы воздух вышел. Просим, чтобы выдохнул. Да. Просим, чтобы выдохнул. Он не может. Один хлопок будет. И на выдохе он... Да. Чуть закрыл. Где она? Сквозна была, да? Тогда надо две налепить. Поэтому что робим? Переворачиваем. Вот так мы переворачиваем. На себя переворачиваем. Вот. Не, блядь. Ребята. На бок. Перевратить человека. Смотри. Смотри, очень легко. Впихаю ему, блядь, в бедра. Все, он не лежит на ноге, блядь. Сейчас я ему могу проверить, блядь, этот нуклет налепить. Все. Он мне лежит. Потом его медленно могу. Как кабана, да. Да, дальше, что робим? Тампонаду робим. Проверяем что-то, не проверяем что-то. Так, нормально. Короче говоря, легкие приоритет. Сначала, если нога и легкие, сначала легкие залепить, а потом уже долго. Да. Нет, сначала турникет наложить. Да, сначала, естественно, сначала турникет, да. Всегда сначала турникет, потом легкий. У нас есть алгоритм Марч, называется. Вам кто-то об этом говорил? Да, прошлым летом еще. Просто вы не, просто забыли, да? Марч, М. Массивная кровотеча. А. Дыхательные шляхи. Р. Respiration – это дыхание, значит, грудная клетка. Потом МАР. Блять, потом циркуляция. Все циркуляция. Тампонация и так далее. Потом гипотермия. Все. Гипотермия, переломы и так далее. Я тебе казал уже. Сохранил жизнь. Что еще робимо? Да, мы все сделали. Ребята, цим это не закончили. На бок его положили. Допустим, да. Причем на бок пораженный. Да. Естественно, чтобы поднять целого легкого. Хорошо. Далее. Что робимо? Эвакуируем, осмотр там или что. Допустим, проводишь у меня человек истек крови, потому что я ему не снял ботинок. Он мне в эваку, блядь, истек крови. Проходим. Да, всегда мы проверяем, если не упустился, допустим, турники. Это очень важная вещь. Естественно, ему холодно, пизда. У него гипотермия. Термоодеал. Не боимся писюна, блядь. Не боимся ничего. Да. Снимать штаны? Да, конечно, снимать штаны. Чего бояться писюна? Бывает такие ранения, что, блядь, осколок залетел в писюна, оно тоже течет. Оно не видно, но оно тоже течет. Да, один такой был, блядь. Порятовал писюна и дальше. Да. Бывает такое. Ну, блин, снимаем. Уволен. Я бы забрал. Да, писульку, да. Это моя, блин. Не дам. Я помыл. Тебе помыл. Это можно практиковать кунулингу. Такое ж, ребята, уважно на снимание брони. Это тоже важная вещь. Все, блядь, пытаются снять, ебать, броник, блядь. День.
А вдруг там осколок? Ну, реально, вдруг там осколок, блядь? Ну, ты ему вырвешь этот осколок с грудной клетки, блядь. Этот осколок ему спасал как раз жизнь. Тоже важная штука. Перед этим, пока я проверяю уважно под броней, засовываю руку на наличие крови и так далее. Наличие крови означает, что там что-то есть. Может быть маленькая дырка, может быть вообще царапинка, но все равно уже мне это дает триггер в моей голове, что там есть. Поэтому, блядь, не прихожу, я понимаю, на стресс, на туда-сюда, но, блядь, в желтой зоне не должна быть уже много стресса. Там уже должна думать головой. В красной зоне, да, там стресс, адреналин, сука, там все, там, ну, блядь. Но там опять себе накладывают только турникет, а то еще говорю себе, если возможно. Потому что никто за вами бегать не будет. Все. Я клеил. То-то, чтобы выложили пальцы. Знаете, у каждого, где находится эта аптечка, что в этой аптечке есть? И все, чтобы, блядь, не испортить. И мочите мозг. Ну, лучше советским ДПшка нету. Согласен. Не знаю, у меня есть, у меня постоянно с собой, блядь. И в руку у меня сквозное было, блядь, сам себя ебашил. То лучше, да, я никому не доверяю. Я, кстати, согласен. Я сразу говорю, если даже ранен, блядь, я уже раз, сколько, 9 раз раненый, блядь, то никому не разрешаю себе латать. Вперед, вперед. Только я сам выйду. Он у меня есть. Артам. Где-то проебался, напарник мой. Да он знает, он меня бросает и идет дальше. Ну если уже пиздец, то уже, конечно, останавливается. А если такое пулевое, то такое нет. Не зацикливаться. Если живот, можете не останавливаться. Как-то будет. Да, можете не останавливаться. Да, как-то оно будет. Особенно если это, блядь, штурм, блядь, или какая-то залупа, блядь, то лучше вообще не останавливаться. У меня был, короче... Шансов выжить, блядь, я не знаю, процентов сколько. Ну, как медик, правильно. Процентов 30, если живо. Живо? Ну, смотря как он разорванный, куда попадет. Но, я бы сказал, процентов 60. Там, ну, это сильно много, я считаю. Живо? Ну, на добро. Надо правду говорить. Сюда. Хорошо, слово. Где-то там. Ну, возможно, ну, возможно. Ну, возможно, но... Смотря если разорванный пупок, то... Такая как у нас, это ж не Америка, ебать. Такая как у нас эвакуация, то... 100% 40, да. Да. Нет, какая у нас эвакуация? Заебываются ждать и сами выходят. В основном, блядь, она находится хуй знает где. И, блядь, она приезжает как... Ну, блядь, я не знаю, как у вас там было. У нас вечером, блядь, мы вечером. Ну, блядь, да, потемно. А выпало нас... А нас тоже вечером забирают. Ну, все, что делать? Да. Да, там очень, очень много, что я бачу, ранения жопы. Постоянно, ранения жопы. Ну, ягоды. Там человек прыгает, там что-то взорвалось, прыгает. Жопа. Кто-то жопастый посыпает. Жопа разорвана. Да. Жопа шире, не страшно. Ну, жопа на самом деле это не очень не страшно. Стыдно. Стыдно, но не страшно. Это называется генеральское ранение. Да. Жопу ранишь и боишься. Просто начинают потом тебе что-то подъебывать. Бежал. Бежал. Текал, блядь, с позиции. Понял, ебало в жопу. Просто с тобой начинается подъебывать. А так, в жопу ничего страшного. Ничего страшного вообще. Так уж и... Плеча, он тоже не страшно. Ну, в принципе, не страшно. У меня вот сюда попал рикошетик. Блин, ну не страшно, ничего. Кто там запихнул? Так Борис Моисеев в начале своей творческой карьеры говорил. Голова, да, голова. Я не знаю, больше
не було у чоловіка, а була вот така. Короче, пролетіла йому куля каким-то образом і зробила йому царапину і через костково, так это костково. Лобная кость. Короче, сделала ему такое транчевое. Все было видно. Тампона нет больше. Все было видно, как бы то, ну. Там ничего не сделать. Человек сознание, как бы то, все нормально с ним. Мозг не повредил. Не, ну у меня побратима сбоку было, біля муха. А, да? Тоже бывает, да. И вылез я аж мозг. Ну а выжил? Нет. Через трое суток у Речникова. Не приходя в сознание скончался. Ну вот правило же, вы ему все поняли. У нас то самое было, через 9 дней отключили аппарат. Родные. Сколько мне попадалось этих раненых ног и так далее. Ну, вроде бы раненая нога одно и то же то самое, принцип один же то же то самое, но она постоянно по-разному. Там где-то перебитая кистка, где-то там надо делать тампонации, где-то не надо делать тампонации, где-то оторвался кусок мышечной масти. Постоянно что-то бывает разное. Нету ответа на все. Как я еще повторяю, турникет спасает все. Да, 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 турникет спасает. Самая центровая. Будет ли кто-то из вас, если на коже висит, отрезать конечность? Или будете, что будете? О, кстати, да. Если висит, ну, чисто на коже, на какой-то сухожилии, там, нога, да, побратима. Наклали турникет. Будем мы отрезать? Нет. Если, если сухожилие есть? Откуда ты знаешь? Оно все нахуй в крови. Блин, оно все в крови, там, хрен просит. У меня был случай, короче, пацанов въебали в блиндаже. И, ну, зима, свитеры, блядь, рука висела. Мы все сделали турникет, все как положено. И отрезали руку. Потому что он орал за то, что она две, блядь, телепалась, понял? А вот был случай у нас командира роты до этого, что въебало сейчас на больничке. Въебало в ногу осколок, почти что отрубало там ногу. Нога телепала, ты понял? А, да, арчер. Да, арчер. Да. Я там был. Это в Солидаре мы когда штурмовали Терекон, блядь. Приняли решение, что нихуя, все сложили, быстро перебинтовали, на эвакуацию отправили. Мы потом нашли, я нашел больничку там. Залетели в больничку, хирургу сказали, если отрежешь ногу, отрежем тебе голову. Все, чувак сейчас в Германии, да. и уже почти что бегает. Писал вчера вечером, ты тут вытаскивал, ты блядь, мы не медики. А там дискотека. Он будет орать, понятно, потому что сухожилие, блядь, ну это пизда. Клинит пол тела, блядь, и оттянет, нахуй. Ну, блядь, нужно примотать, нахуй. А вдруг у нас канат? Да. Вот а вдруг там реакция на какой-то палец будет, и можно с этого пальца уже начать. Да, шанс всегда давайте. Если всегда есть такая возможность, давайте шанс. Потому что в основном пацаны молодые, блядь, и... Ну, 24 года, я считаю, нахуй чуваку без ноги оставаться или без руки. Это пиздец. Палец жалко. Я как бы саксофонист. Палец теряет все, саксофон тоже выбрасывает. Что лучше не надо никуда отрезать, мы, блядь, не медики. Максимум, что мы можем, это жгут. Перебинтовать бинтом и вали нахуй. Да, и вали нахуй. Быстро понесать.
Хорошо, следующий вопрос. Если ранило командира и солдата обычного, кому первому будете бросать? Солдат. Тот вопрос не в том, кому первому... А кто тяжелее? Это за... А кто тяжелее? Тяжесть ранения. Красавчик. А если ранена рука? А если командир гандон, а солдат нормальный? Добить. Ну, ось такі практичні заняття по медицині відбулися. Я вважаю, що такі заняття дуже важливі і постійно потрібно освіжати в себе в голові те, що ти знав. Бо ми з Жекою, коли прийшли 9 травня 2022 року 93-ю бригаду, і у нас місяць були тренування, то у нас десь 80% була медицина. Нам так довше поперек казали нам, ви піхота, медицина в першу чергу, бо ви як самі собі, так і своєму побратиму повинні оказати усю медицинську допомогу. То я вважаю, що усім потрібно, і це відео буде навіть корисно цивільним. Да, бо... Очень надіємося, що кожен для себе щось почерпне. Так, і ну, а на самом ділі хочу сказати, що дай Бог, щоб нічого не пригодилось, і всі були цілі, здорові та живі. Ми залишаємося на Бахмутському напрямку, боронним нашу Україну. То буде ще багато відео, щоб не пропустити, підпишіться на канал Мотолайф, поставте лайк і вдарте у дзвіночок. А ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон!